главной задачей стало благоустройство города. От рук самих жителей зависело превращение Ленинска в зеленый островок среди безбрежного моря песка. Важность этой задачи понимал каждый. И на улицы вышли все от мала до велика. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к субботникам? Положительно. А скажите, пожалуйста, вы ходили на них в молодости? В молодости ходила. И какие воспоминания, впечатления связаны с этим мероприятием? Ну, субботник был всегда у нас праздник. Угу. Это еще в советские времена было дело. Но сейчас хотелось бы, чтобы все это возобновилось. Это правильно. Как вы к этому относитесь и выйдете ли вы на субботник? Замечательная идея, полностью поддерживаю, с удовольствием помогу. Лично я должен вам сказать, в принципе, положительно, потому что я это все проходил. Субботник? Положительно. Скажите, пожалуйста, вот ваше в советское время, вы выходили на субботник, какие воспоминания с этим связаны? Ну как, хорошие. Веселые были субботники. Что было на них, помимо уборки? Ну, во всяком случае, где-то что-то посидели. Мы делали, значит, на Салтовке, вы представляете, где Салтовка? Асфальтировали, равняли дороги, копали ямы, ехали в колхозы. Ну, что я вам могу сказать? А сейчас городские власти хотят призвать харьковчан выйти на субботники. Вы выйдете убирать? Я нет, потому что мне 75 лет. Правильно, пусть убирают молодежь, да? Ну, естественно. Хорошо, пойду убирать. Как ты относишься к субботникам? Плохо. Почему плохо? Зачем им не надо? Что? Зачем мне субботники? Ну как это? Чтобы чисто было вокруг. Ну, пусть другие убирают. Пусть другие? А кто именно? Ну, есть же люди специально для этого. Не удивляется разве? Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к субботникам? Положительно. А вы выходили на них? Ну, нет. Но у нас частный сектор, мы постоянно убираем, то есть территорию большую. А на предприятии, где вы работаете, вы ходили? Я в частной фирме работаю. И не заставляют? Ну, у нас маленькая просто, я в кафе работаю. Ага, вот так вот. Вы знаете, что наш мэр Геннадий Кернес просит харьковчан выйти на субботники? И, собственно, ваше отношение к этому, выйдете ли вы? Ну, выйду. Да? Да. Почему бы и нет? У меня к вам другой вопрос, молодежь. Вы субботник, все это, извините, хуйня.